Привет, дорогие друзья! Всем большой мир! Мы находимся на двухкомнатной квартире 90 квадратных метров. Сейчас я вам покажу обзорчик очень крутой квартиры. Сейчас мы находимся в прихожей. В прихожей у нас сделан шкаф. Также вот такие вот стенки из декоративной штукатурочки. Есть вот такая великолепнейшая кухня. Кто не заметил, здесь была перепланировочка. Был балкончик. Ну, как обычно, чтобы покурить, да, мозги свои прокурить. Мы его снесли, объединили с кухней. Теперь посмотрите, какая гостиная кухня стала, а? Шикарная. И расположили здесь гостиную. Здесь станет диванчик, телевизор повесится. Объект готов на 90%. Натяжные потолочки, которые смотрятся совсем неплохо. Вот теневой профиль везде. То есть нету нигде презервативной вставочки. Красота, красота. Здесь мы сделали вот такую вот стенку, короб из гипсокартона и поставили рельсы. Получился у нас огромный шкаф-купе. А здесь ванная нас встречает. Ванная вот с такой шикарнейшей плитки. Огонь же с полочками, конечно же. Две полочки тут и две тут. Вот здесь самый такой кайф. Ох. Вот этот цвет прям такой классный, знаете, не давит на глаза. Здесь также сделали шкафчик, здесь деточки будут спать. Вот такой вот вид из окна, полупанорамное окно, столешничка из акрилового камня, тоже красиво смотрится. Вот такие вот моменты. Как вам, нравится, нет? Везде кварц-виниловое покрытие абсолютно. Вот еще одна комнатка. Также здесь сделали блок, гипсокартон и вот так вот. Радиаторы дизайнерские, большие такие. И декоративная штукатурочка тоже прекрасная. Ну вот, тоже здесь был балкончик. Посмотрите, какая красота получилась. И кто из вас хочет, чтобы мы сделали такой же ремонт с любовью, с душой, пишите нам, звоните нам. Бронируйте, потому что стоимость увеличивается постоянно, так как загруженность большая. Мастера всегда хотят больше зарабатывать, потому что делают с каждым объектом все качественнее. Мы хотим больше зарабатывать, потому что мы тоже работаем постоянно над ошибками, и на каждом объекте качество увеличивается. Ценники поднимаются, ну и качество растет. За качество, как всегда, знаете, надо платить за сервис и за качество. Вот так вот. Нельзя так заплатить копейки и получить конфетку идеальную. Если кто платит копейки, тот может конкретно влипнуть. Я вам не объявлял, наверное, но сейчас объявлю, что в Москве мы отдельно запустили услугу натяжные потолки. Теперь вы можете, у нас вот такие шикарнейшие потолки, абсолютно разные, от эконом до премиум класс, заказать в Москве. Для этого тоже просто свяжитесь с нами. У нас уже очередь на потолки. Поэтому записывайтесь заранее. 2 месяца очередь стоит, как в магазин за хлебом. Черненький, не могу не заметить. Везде розеточки. Двери нестандартные, скрытые. Посмотрите, как заподлицо. Ну вот так вот. Давайте. Спасибо за просмотр. Всем счастливой жизни.